Вадима Гетьмана 30. В прошлом улица Индустриальная. Старый пятиэтажный кирпичный дом 1959 года постройки. Парадная выглядит неопрятно. Установлен домофон. Около подъезда есть скамейки. На придомовой территории огражденные клумбы. Во дворе находится детская площадка. Есть места для парковки автомобилей. С одной стороны дом творчески украшен. В доме есть отделение банка. Развита инфраструктура. Дом в удовлетворительном состоянии.